Легендарной песней «Казан Утлары» Альфия Авзалова открывала каждый свой концерт. Презентацию книги о звезде татарской эстрады начали с этой же композиции. Книга уже успела полюбиться читателям. Сначала на татарском, потом на английском. Теперь готовы 500 экземпляров русскоязычной версии. Вот эта книга на русском языке, я считаю, что она получилась самая удачная. Но одна из удачных, так будем говорить. Что ценно, говорит творческая молодежь. Это певцы, музыканты. И они говорят, они же играют, делают аранжировки новые. То есть старая песня, она звучала по-другому. А наша нынешняя современная молодежь, они стараются ее по-своему. Альфия Авзалова – одна из основоположников татарской эстрады, по-настоящему народная артистка. Ее песнями восхищаются тысячи людей по всему миру. Хотя работала на эстраде, но это наравне, на одном пьедестале с академвокалом, потому что такие нюансы, такие ажуры, такие краски, такие тонкие, плетенные, паутинные звуки показать умеет только на татарской эстраде, даже последние 100 лет взять, Альфия Авзалова. Книга издана при поддержке руководства республики фондом Альфии Авзаловой. Ее передадут в библиотеки, школы и музыкальные училища. Ежегодно фонд проводит мероприятия, чтобы сохранить память о звезде и помочь раскрыть юные таланты. Один из них – Алмаз Хусаинов, обладатель гран-при фестиваля имени великой певицы. Песни Альфии Авзаловой в исполнении молодых артистов скоро зазвучат вновь на гала-концерте в Большом концертном зале и в музыкальном спектакле «Альфия». Это часть большой программы, посвященной 90-летию со дня рождения народной артистки. Лина Зинатульна, Алена Струминская, Игорь Романов, ТНВ, Казань.